В Германии все большую поддержку получают идеи контроля потока мигрантов и сотрудничества с Россией. Об этом эфире программы «Информационная война» на телеканале «Крым-24» рассказал Вячеслав Сейвальд, баварский аналитик и создатель проекта «Герусия». Его цель – объединить интересы Российской Федерации и Германии. Общественный деятель считает, что нужно различать дипломатию элиты и народа, ведь немцы для дружбы с Россией созрели уже давно. У них тоже не было, как бы сказать, альтернативного такого партнера в Германии. И мы видим, что с помощью Герусии мы можем это создать. И российские немцы, они сыграют ключевую роль и вот в этом вот мостике между Россией и Германией. Они понимают, по крайней мере, на политическом и вот военном уровне, что мирный союз и дружеские отношения с Россией – это необходимо.